Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. И снова здравствуйте. Сейчас мы выполним задание Lesson 44, урок 44, Exercise 1, упражнение 1. Выбери на картинке животное, которое тебе больше всего нравится. Не называй его, но опиши его так, чтобы ребята догадались, кто это. Мы будем описывать слона. Мы можем сказать о нем, что это животное. Оно большое и толстое. Оно голубое. Теперь скажем это по-английски. Оно. Мы заменяем местоимением it. It is big and fat. It is blue. И в скобочках запишем ответ. The elephant It is big and fat. It is blue. Оно большое и толстое, оно голубое. Мы описали слона. Задание выполнено. Если вам понравилось это видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.